Следующий пункт. Приобщать людей к церкви. Причем не просто как членов общины, как прихожан, а как служителей и руководителей. Во многих церквях радость обыкновенно вызывает просто хорошая посещаемость воскресных богослужений. Обилие пришедших вдохновляет. Смотрите, сколько людей к нам Бог сегодня привел, как замечательно. Но ведь ученичество не сводится к увеличению численности собравшихся на воскресное богослужение. Хотя пастора как учителя Божьего Слова большая аудитория, конечно же, не может не воодушевлять, но наша конечная цель не в этом. Наша конечная цель — воспитание учеников, укрепление общин, формирование духовно зрелых христиан. А это значит, что по мере роста церкви нам, как мы уже отмечали, надо развивать и служение, взращивать служителей и лидеров. Вот схема того, что мы нередко наблюдаем в наших церквях. На начальной стадии имеется некое временное руководство. Служение на этом этапе занимаются практически все. Обязанности распределены. Руководство прозрачное. Если внимательно посмотреть на диаграмму, то лидерский состав у нас здесь, но в служении задействованы многие. Ведь в команде основателей дело есть для каждого, заняты всем. Посторонних наблюдателей быть просто не может. Где-то общие проекты он требует посвященности, большой посвященности. В пунктирной линии я отделил тех, кто радеет о деле немного меньше, но таких немного. Большинство же играет руководящую роль и закладывает основание церкви. Что же происходит дальше? Бог взращивает общину, к ней присоединяются новые люди, которых со временем становится все больше и больше. В какой-то момент они начинают численно превосходить коллектив основателей. Происходит постепенное приобщение вновь прибывших к церкви. Община пока невелика и принимает их как семья, тепло и радушно, продолжая расти по Божьей милости и благодати. Новеньким в ней уютно и комфортно. А меж тем коллектив основателей продолжает выполнять большую часть обязанностей. Основная нагрузка лежит пока на них. Они организуют богослужения, занятия по изучению Библии, работу воскресной школы. Они же отвечают за уборку помещения, его подготовку к служениям, чаепитие, словом, за все основные моменты. В церкви же продолжают появляться новые лица. Но в итоге может получиться вот что. Со временем новые прихожане могут зависнуть в статусе прихожан. Что ж, подумают они, здесь и так все неплохо организовано. Моя помощь, похоже, не нужна, все совсем отлично справляются. Так что побуду-ка я зрителем. Вот и выходит, община растет, нагрузка увеличивается, а служители все те же. И вместо активного приобщения вновь прибывших к служению, наблюдается накопление пассивных зрителей. Небольшая группа трудится в поте лица, а остальные предпочитают оставаться просто прихожанами. А тем временем возрастает потребность в учителях воскресной школы, молодежных лидерах, душепопечителях, в общем, в служителях постоянно растущей общины. И это здорово. Но, с другой стороны, основатели, те самые, которые стояли у истоков, едва выдерживают также постоянно растущую нагрузку. Развитие общины, конечно, радует, однако без новых рук, без должного распределения ответственности и обязанностей, проект вряд ли окажется успешным. Подход, при котором активно трудится всего лишь несколько человек, ущербен. Особенно, когда эти несколько человек — сами основатели. Тогда как общая масса безинициативно стоит в стороне, предпочитая просто прийти на богослужение, чтобы послушать хорошую проповедь, хорошую музыку и благополучно уйти. Чем подобная ситуация грозит основателям? Ничем позитивным.
Они выгорают, перестают справляться с непосильной ношей, особенно если параллельно трудятся на какой-нибудь светской работе. Они больше не тянут, они больше не способны все успевать. Но не только это. Некоторые начинают злиться и раздражаться. В частности, на тех, кто ничего не делает. Почему я вкалываю, а они бездействуют? В чем проявляется их служение? Где оно? Почему их дел не видно? Позитивную атмосферу это явно не создает, не так ли? Хуже того, служители, которые до сих пор активно развивали общину, утрачивают всякий энтузиазм. Радость от того, что Бог благословляет их усилия, постепенно сменяется усталостью и огорчением из-за отсутствия какой-либо помощи. Они приходят в церковь с унылыми лицами, периодически жалуясь на существующее положение дел. А в это время пассивные зрители, возможно, выказывающие робкий интерес к служению, смотрят на них и думают, какие же они заезженные, изнуренные, усталые, безрадостные. Интересно, если я начну заниматься служением, я через полгодика тоже буду выглядеть так же? Тогда спасибо, не надо. То есть, понимаете, своим видом вы фактически отпугиваете потенциальных служителей. И так возникает замкнутый круг. Изнуренные лидеры с безотрадными лицами с одной стороны, и новые члены общины, не желающие быть на них похожими, с другой. Ситуация патологическая. Возникает она примерно на 5-7 год существования церкви. Сначала все идет прекрасно. Новый проект, море энтузиазма, желание трудиться самоотверженно и неустанно 24/7, а потом наступает усталость. Какое-то время позитивная динамика сохраняется, а потом наступает стагнация, которая дальше ведет к регрессу. Я, кстати, посмотрел статистику по данному вопросу в некоторых христианских конфессиях и обнаружил, что в общинах, возраст которых составляет от 5 до 10 лет, лидеры либо научаются приобщать новых людей к служению, либо община приходит в упадок. В первом случае наблюдается дальнейший прогресс, во втором — все менее оптимистично. Сначала замедление в развитии, а потом и вовсе его прекращение и, соответственно, отсутствие какого-либо роста. В некоторых таких церквях лидеры изнемогают и выпадают из служения один за одним, а заменить их оказывается неким. Дефицит служителей достигает даже руководящего звена, и тогда ситуация в общине становится критической. Итак, подытожу. Если вы хотите, чтобы церковь росла и развивалась, приобщайте новых людей к служению. Как вариант, могу предложить следующее. Эта модель способствует более или менее равномерному развитию церкви. Хочется надеяться, что по Божьей милости к вам будут приходить новые люди на первых порах, как сторонние наблюдатели. Однако их необходимо как можно раньше включить в жизнь общины, предоставить им возможность служить. Ведь это естественная потребность христианина. Иногда верующие считают, что в церкви есть некий особый класс служителей, а есть простые прихожане. С таким пониманием надо бороться. Стал христианином — начинай служить. Бог наделил тебя дарами, способностями, талантами. Выбирай то, что наиболее им соответствует, то, к чему у тебя лежит сердце, и служи. При этом ваша дальнейшая задача — включить этих людей в церковные группы. Будь то, скажем, группа поклонения или группа молодежного, детского, евангелизационного служения и так далее. Помогите новообращенным найти в них свое место. Как знать, возможно, со временем они их возглавят. Если у вас есть ячейки, желательно влиться и в них. Наш опыт говорит о том, что если человек просто приходит на богослужение, а потом уходит домой, ощутить себя частью церковной семьи ему будет крайне трудно.
Совсем другое отношение формируется в ячейках и малых группах, где все друг друга знают, где происходит гораздо более близкое общение. А оно, как вы понимаете, лишь стимулирует деление и способность к взаимному служению. Где, как ни в микроколлективе, человек может попробовать себя в роли служителя? Это очень комфортные условия. Провести библейский урок для 10 человек не так страшно. Получится здорово, не получится ничего страшного. Это ведь не проповедь на большую аудиторию. Кто же на нее отважится? Таким образом, малые группы — это отличное экспериментальное поле. Пробуй, ищи и находи свои сильные стороны. Если у человека есть лидерские качества, он вполне сможет возглавить ячеечную группу. И это помимо основного лидерского состава церкви, в который входят пасторы, старейшины, диаконы, должности могут называться по-разному. Ваша главная задача — укрепить руководящее ядро и, возможно, даже внести какие-то изменения в его состав. Иногда происходит вот такая вещь. Первоначальная команда основателей, тех, кто начинал проект с нуля, кто вкладывал в него время, силы и в конце концов вошел в лидерский состав новой общины, почему-то начинает думать, что право определять дальнейшие пути развития церкви принадлежат только им и никому иному. «Мы здесь с первого дня», — утверждают они. «Мы стояли у истоков, и кому, как не нам, осуществлять руководство». Пробуй, ищи и находи свои сильные стороны. Если у человека есть лидерские качества, он вполне может возглавить ячеечную группу. И это помимо основного лидерского состава церкви, в который входят пасторы, старейшины, диаконы, должности могут называться по-разному. Если кто-то изъявляет желание послужить и при этом обнаруживает лидерские качества, то есть успешно справляется с ролью лидера группы или ячейки, его следует пригласить и с его согласия ввести в руководящий состав всей церкви. Помните, что говорил Иисус? «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Действительно, если ты не верен в малом, зачем мне доверять тебе что-то большее? Но понимают это не все. В некоторых церквях просто нет руководителей среднего звена. Признавая дефицит служителей, связанный с ростом и развитием церкви, лидеры общины не знают, кем пополнить свои ряды. Потому что возможности проявить соответствующие качества другим членам церкви они не предоставили. А ведь кто-то наверняка мог бы зарекомендовать себя как хороший руководитель и вдохновитель, допустим, в малой группе, и тогда его можно было бы рассмотреть в качестве возможного кандидата. Он был верен в малом, и на этом уровне достаточно проявил свои дары и таланты. Давайте введем его в лидерский состав церкви. Вот почему среднее звено руководителей, ответственных за те или иные служения, малые группы, крайне необходимо. И с точки зрения разумного распределения нагрузки, а значит профилактики выгорания, и с точки зрения воспитания руководителей и формирования чувства принадлежности к общецерковному служению, и с точки зрения развития этого служения на благо людей и во славу Господа. Привлекайте к служению всех членов общины, находите, обучайте потенциальных лидеров, вводите их в руководящий состав. Они внесут в ваш коллектив свежую струю. Новые руководители — это чаще всего новые идеи, новые подходы. В нашей церкви, например, был совет старейшин, который выполнял функции духовного руководства и попечения о церкви. А были диаконы, отвечающие за различные служения — детское, молодежное, группу приветствия и так далее. Так вот, на каждое второе собрание старейшины приглашали одного из диаконов, чтобы узнать, как продвигаются дела в служении и какова текущая ситуация. Такая практика позволяла руководителям церкви быть в курсе дел и выявлять потенциальных членов совета, а лидерам служений — чувствовать свою значимость и причастность к церковному управлению. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Расскажу вам об одном человеке из нашей Мюнхенской церкви. Напомню, это была ячеечная церковь. В каждой ячейке был свой лидер, и все лидеры ежемесячно проходили обучение. Так вот, одна из наших ячеек развивалась особенно активно.
Знаете, как это бывает? Одни посильнее, другие послабее. Это был очень сильный, сплоченный коллектив с выраженным духовным ростом, люди мотивированные, внимательные, заботливые. Во многом благодаря именно лидеру. Он умел создавать в своей ячейке нужную атмосферу. Помню, была такая ситуация, когда один человек из ячейки просто исчез. Не приходил ни на встречи, ни в церковь, и тогда лидер, как настоящий добрый пастырь, отправился на поиски заблудшей овцы. Целенаправленно. Сначала звонил, но когда понял, что не дозвонится, отправился к нему на работу. Он не намеревался сдаваться, был тверд и решителен, но действовал тактично и с любовью. И человек вернулся. Видя это, мы поняли, что нам нужен такой старейшина. Он культивировал в людях любовь, посвященность, духовный рост во всех, кто приходил на встречи его группы. Его было бы разумно привлечь к руководству церкви в целом. Какую картину мы нередко наблюдаем в церквях? Община говорит, нам нужен лидер. В ответ мы начинаем искать некоего зрелого христианина и находим, например, бизнесмена. Смог проявить себя в деловом мире, справиться и с церковью, так ведь? Преуспел в одном, преуспеет и в другом. Не факт. Главное здесь духовная верность и качество доброго пастыря. А ими может обладать и бизнесмен, и обычный рабочий завода. В расчет принимается способность к духовному руководству и попечению о нуждах людей. Оказался верным в малом, мы готовы доверить тебе большее. Итак, все вышеописанное и составляет ключ к здоровому развитию церкви, общины функциональной, в которой правильно распределены обязанности, которая постоянно взращивает новых лидеров. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.